В Тюмени появилась очередная Пизанская башня. На улице домостроителей в районе лесобазы у многоквартирного дома появился крен. Один угол здания на 55 сантиметров ушел под землю. Отмечу, дому всего 8 лет. Изменения заметили работники управляющей компании «Озерная» полгода назад. С 2010 года трещины в стенах наблюдали и жильцы. Но других явных признаков не было. Экспертиза показала, что сваи опираются не на слой мелкого песка, который должен быть, а на глинистый грунт. Мы готовим разработку рабочего проекта по усилению несущих конструкций данного дома для того, чтобы прекратить дальнейшую осадку. Дом не является аварийным, не требует расселения. В настоящий момент не является аварийным и не требует расселения. Но, безусловно, что требуется незамедлительное принятие незамедлительных мер для прекращения неправильной осадки.